Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com. В наше распоряжение попал корпус от компании Fractal Design. Это Meshify C Tempered Glass. Корпус, выполненный форм-факторе Mid Tower, с боковой стенкой из закаленного стекла и полигональной фронтальной панелью. Он уже доступен в российских магазинах. Список предложений и более подробные характеристики приведены по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает набор крепежных винтов, головку для закрутки стоек материнской платы, стяжки, салфетку из микрофибры и техническую документацию. Лицевая панель Fractal Design Mesh VC Tempered Glass выполнена со сложной геометрией решетки на лицевой панели. Напоминает она грани обработанного драгоценного камня. При попадании света она играет цветами. В нижней части панели расположена вставка с логотипом производителя. Панель можно снять, получив доступ к шасси, поддерживающей установку трех вентиляторов 120 мм, радиатора 120, 240, 280 или 360 мм. По умолчанию на эту стенку уже установлен вентилятор от компании Fractal Design серии Dynamic X2 GP12. Еще одна массивная по площади вентиляционная решетка расположена сверху. Она прикрыта съемной полевой сеткой, фиксируемой на магнитах. Сюда можно поставить два 120 или 140 мм вентилятора, или радиатор 120 или 240 мм. Ближе к фронтальной стороне доступны два скоростных USB 3.0, пара аудиоразъемов, кнопки включения и перезагрузки. Боковая стенка у Fractal Design Meshify C Tempered Glass выполнена из цельного закаленного стекла, закрепленного при помощи четырех винтов с накатанной головкой. Присутствует тонировка. Стекло позволит акцентировать внимание на установленных внутри компонентах. Противоположная стенка глухая. Стоит корпус на четырех ножках с хромированной окантовкой. Для устойчивого расположения дополнительно нанесены резиновые накладки. Под зоной блока питания расположен еще один легкосъемный полевой фильтр. Занимает он практически всю площадь нижней грани. Тыльная сторона с классической компоновкой корпусов с нижним расположением блока питания. Внутреннее пространство основного отсека разделено на две зоны. Разграничением выступает Г-образная крышка, скрывающая зону блока питания. Так разграничиваются воздушные потоки и упрощается аккуратная укладка внутри кабелей. В этой же скрытой зоне расположена корзина под жесткие диски. Тут можно установить два 3,5-дюймовых или два 2,5-дюймовых жестких диска. Еще одна планка по 3 накопителя 2,5 дюйма фиксируется в районе окошков под поддоне материнской платы. Она съемная, позволяя по необходимости получить доступ к тыльной стороне сокета для установки системы охлаждения. Но само расположение, конечно, тут вызывает вопросы. Диски при продолжительной нагрузке системы будут ожидаемо нагреваться. Ближе к фронтальной стороне тыльная стенка углублена. В этой зоне удобно прятать и осуществлять аккуратную укладку проводов. С завода установлены три липучки с логотипом производителя. Дополнительно к ушкам присутствуют ушки по всему периметру поддона. Отверстия по краям поддона платы с резиновыми шторками. Всего таких отверстий 4, группами по 2. Корпус располагает к сборке красивых систем, без лишних проводов в основной рабочей зоне. Доступно 7 съемных заглушек под платы расширения. Крепятся они при помощи винтов с накатанной головкой. Поддержит установка системы охлаждения процессора высотой до 17 см, видеокарты длиной до 31,5, блоки питания 17,5. Дополнительно к озвученным выше зонам под вентиляторы доступно еще одно посадочное место под вентилятор снизу. В комплекте с корпусом идет два вентилятора, один на фронтальной стороне, второй на тыльной стенке. Как итог, Fractal Design Meshify C Tempered Glass станет отличным выбором при поиске корпуса форм-фактора Mid Tower. Мы с удовольствием обсудим его с вами, ребят. Всем спасибо и пока-пока.